Ребят, всем привет! Выбрался половить жереха на Березину. Давно уже не был, по клёву ничего не могу сказать, но говорят, что на других реках уже белый хищник перешел в летний режим. Клюет очень слабо, если вообще клюет. Но сегодня попробуем. Погодка комфортная, плюс 18, на горизонте видны вот тучки синие. Передавали грозы, под вечер моросящий дождь, но это мне только на руку. Потому что перед грозой обычно жерех начинает активничать у поверхности воды. Ну, будем смотреть, будем пробовать. Я вот стою на струе, на такой вот живописной. Малька много, какие-то мошки. Вот видите, прямо под ногами выпрыгивает малек. В общем, будем пробовать. Первая поклевка. Что это за рыба такая? На стик у меня схватилась. Какая-то уклейка. Сейчас опустим ее. Это Strike Pro Lipstick 45. Под ногами прыгнул. Нет! Блин! Эх ты! Настиг! Это у меня Little Jack Сигуроид 70. На паузах этот стикбейт осыпается достаточно ощутимо. Так вот его джиговал и схватил он со дна. Конечно, классная поклевка, но, к сожалению, сход. Эх ты черт, а! Шел только что жерех за стиком. Увидел меня и испугался. Это стик у меня Savage Gear Gravity Pencil. 50 размер. Клевка.
работал фильтр РБ. Обратился жерех. Такой под килограммчик, чуть больше. Опять на этой точке работает пилькер. Подсачек выложил там на берегу подальше. Сейчас возьмем его рукой. Опа! Красавчик такой. Жерех. Такой вот совсем миниатюрный пилькер. Там развесовка, по-моему, 9 грамм идет он. А жерешок такой, да, за килограммчик. Сейчас взвесим. Выйдем только на травку. Такой вот красавчик. Ну, почти полторашка, хороший жерех. Сейчас будем отпускать. Практически всю рыбалку провел я на этом повороте. Здесь, конечно, очень классное место. Такая вот бурлячка крупная. На той стороне обратка, куча струй. Не просто так здесь получил столько поклевок. Но сейчас, думаю, поставить воблерок и пройтись уже по реке. Наверное, схожу на ту петельку дальше. Ну, посмотрим, как там дела обстоят с клевом. Все, ребят, буду заканчивать. Прошелся я по петле, попробовал. Поклевок не было. Здесь вот на выходе небольшой старец периодически бьет жерех. Я попробовал. На приманке он не реагирует. Наверное, буду уже собираться. Комары заедают. Невозможно ловить. Ну и плюс идти к машине еще минут 15. Я думаю, как раз с темнотой я к ней и подойду. Надеюсь, видео вам понравилось. Всем спасибо за внимание. Всем пока.